крест мраморного и черной кобры. Первое поколение. Почему определили, что черная кобра была опушенность листочков? И листочки мелкие. Они так вот и остались мелковатые. И мраморность у мраморного перца есть, но черная кобра дала ему такую более фиолетовую, более темную мраморность. И, конечно же, получилась интересная форма перчиков. Не мраморного круглые шарики и не кобры совсем длинненькие такие перчули, а среднее что-то получилось. Перчики небольшие. Сначала идет с пурпуром, причем как у мраморного идет кластером, букетное цветение. Листочки небольшие, как у кобры, но опушенность пропала уже на F2. Это уже F4. Вот в этом году они тут пострадавшие у нас от этих химических дождей. Но он вообще низкорослый. Он как низенький, как мраморный. Чем хорош, тем, что на окошечке всегда будет острота более 100 тысяч сковелей где-то. Примерно около 100 тысяч сковелей, скажем так. Не буду замахиваться на большее. Но это острее огонька. Тот, кто любит огонек, поострее перчики. Причем он всегда компактный растет. Тут уже четвертое поколение, как мраморный. И море перчиков острых. Красота. Ну и тут что-то фиолетовое выросло. И я... Этикеточка упала. Не знаю, что растет. Будем потом определять. Ну, что-то из нью-мексиканских. Нью-Мексика. Или Пасха. Я Пасху сеяла. День ветеранов. Посмотрим, что вырастет.